Ход строительства детского сада на улице Геофизическая в городе Елизово проверил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На этом объекте была задержка, связанная с коронавирусом. Некоторые заводы по производству стройматериалов на время остановили поставки. Кроме того, была нехватка рабочих. Сейчас проблемы решены, и сдать детский сад подрядчик намерен вовремя, к концу года. Возведение дошкольного учреждения на 260 мест идет в рамках национального проекта «Демография». Будут располагаться 14 групповых непосредственно, спортзал, актовый зал, бассейн. На сегодняшний день заканчиваются монолитные конструкции, ведутся отделочные работы. Начинаем производство фасада, установка окон выполнена на сегодня порядка 55% от всего объема работы.